На минувшей неделе люди старшего возраста Ахинского союза пенсионеров выезжали в район месторождения Адапту, чтобы собрать северо-сахалинских дикоросов. Союз пенсионеров организован совсем недавно, но уже видать его работу. Вот нам выдавали рыбу, вот сейчас организовали нас за ягодой. Огромное спасибо. От имени Союза пенсионеров Ахинского района я хотел бы выразить большую благодарность руководству «Автотранс» Ивану Владимировичу Гринченко за то, что он предоставил нам технику. И сегодня вот члены Союза имеют возможность выехать и собрать ягоду. Большое спасибо. Конечно, большинство ехали за брусникой, но люди собирали и шикшу, и грибы, и шишки. Возвращались с полными ведрами. Чудесная теплая погода только прибавляла хорошего настроения. Наше предприятие всегда старается идти навстречу всем общественным организациям. Если есть какие-то просьбы, пожелания, мы всегда стараемся сделать так, чтобы был положительный результат. Тем более, что есть возможность. Мы совместно с администрацией всегда стараемся, так скажем, удовлетворить потребности нашего города, в том числе и населения. Чистый воздух, общение с природой, приятно проведенное время с единомышленниками и набранные дикоросы. Поездка удалась.